Наконец-то мне пришли две фрезы. Долгожданные две фрезы. Всем привет, друзья! Очередная посылка из Китая. Вскрываем. Наконец-то мне пришли две фрезы. Долгожданные две фрезы. Они недорогие, буквально 100 рублей. Что они мне дадут? Это фрезы по металлу. Ну, понятно, по дереву можно тоже их использовать. Это фрезы для пазов. У меня есть автомобиль Renault Duster. На нем, как и у других дастероводов, кстати, здесь вот что-то вот так они сделали. А, и здесь тоже. Это типа зачищали. И на дастерах через, ну там, 100 тысяч ломается кардан. Кардан снимаете. Кардан на вот таких вот четырех, на крестовинах держится. Это вот часть кардана. Покупаете там крестовины другие. Они больше по размеру. Здесь разверткой развертываем. И крестовины эти под стопорные кольца. Но чтобы стопорные кольца сюда поставить, нужно сделать для них пазы. Вот. Я это купил для этого. Для того, чтобы сделать шпон пазы. То есть, когда сюда встанет крестовина, зажмется, тут появится расстояние. Сначала купил вот такую фрезу. Ну, видите, она толстая, ее надо здесь точить. Как бы она советская, обошлась мне в 500 рублей, дорого. Значит, вот эта фреза стоит 150 рублей. Ну, ее хватит для этой работы с головой. Если интересно, у меня есть ролик на канале по ремонту как раз этого кардана. Можете посмотреть, как я работаю этой фрезой. Там. Ну, а эту я заказал про запас. Она просто, она такая же, просто она потолще. Но она мне не подходит. Подойдет вот это. Она миллиметровая. Как раз у меня миллиметровые стопорные кольца. Вот такие фрезы по 200 рублей. Пожалуйста. Ссылка в описании. Материал здесь каленая. Какая-то гипер-супер-сталь. Но я вот на пальцами чувствую, что будет все это работать очень даже неплохо. Вот этот металл советский даже похуже, чем вот этот. Но это не точно. Все в сравнении. Друзья, ссылка в описании. Всем спасибо, всем пока. Подписываемся, ставим лайки, как обычно.